Расскажите о вакцинации от коклюша беременным. Можно ли вакцины АКТС, Инфанрикс сделать? Есть ли смысл делать на 37-й неделе и позже, если не знала раньше? Есть смысл, потому что, смотрите, если вы слушаете внимательно, значит, антитела класса G – это то, что мы говорим, значит, защитные антитела. А есть 5 классов. Они все вырабатываются при, ну, так сказать, при прививках. Причем, значит, естественно, M и G – это самые главные. И там, кроме G, там еще G1, где-то, то есть есть различные подвиды. Я не буду вдаваться в иммунологию, но 3 недели нужно для того, чтобы этот уровень G уже был более-менее защитный. То есть 3 недели. Это значит, что даже если вы не привились на 36 недель, до родов, например, еще 39-40 недель, скажем так, то есть все равно еще есть неделя-две, когда можно вести, эти тела начнут передаваться ребенку. Даже потом, после родов, если вы кормите грудью, через грудь, грудное молоко передается тот же, ну, передается определенное количество антител, что тоже выполняет защиту. Поэтому мы можем сделать и чуть позже. Но я имею в виду, что вот это и будет защитный эффект. То есть после родов не имеет уже смысла особого женщине от коклюша, ну, принимать прививку, а до родов можно.